здравствуйте. Меня зовут Диабло Исасадио, родом из Гвинеи. Я вице-президент Африканской Рады в Украине или Африканский Совет в Украине. Это общественная организация, которая создана уже в 2010 году. И основная цель – это объединение всех африканцев, афроукраинцев и интеграция и диалог культуры между Африкой и Украиной и те жители, которые проживают на территории Украины. Это в целом то, что я и то, что моя организация. То, что касается разнообразия, я думаю, что как бы Бог создал людей разными, для того, чтобы они познакомились и получили от этого какую-то пользу. Когда есть люди черные, есть белые, есть желтые, есть еще мулаты, люди должны объединиться, люди должны познакомиться, поделить и получить от этого пользу. Потому что от каждого человека есть какая-то польза. И раз Бог его создал, это есть, у него есть какая-то миссия, которую он должен выполнить. А эту миссию он должен делить это с людьми. Один человек только в ради своей семьи или ради своего народа, он не должен жить. Он должен жить, имея целью, быть полезным для всего народа. Это вот то, что мое понимание на разнообразие. Даже если смотреть пальцы одной руки, можно видеть, что они разные. Одни маленькие, но ни один палец не будет играть роль другого. Но когда они вместе, есть кулак, есть сила. Конечно, есть люди, которые работают без пальчики, но им очень тяжело. Но когда каждый палец выполняет свою роль, значит рука сильная, и человек сильный, и народ будет сильнее. Поэтому разнообразие, когда разные люди объединяются вместе, каждый дает то, что он умеет, то, что он знает, обменяется и обогащает этим вот народ и нацию, и там, где они живут. Вот я такое понимание имею насчет разнообразия.